Егор Крид, экс-звезда лейбла Black Star, обожает публиковать в Instagram стильные фотографии. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует, сидя на капоте дорогого черного Mercedes. Фото сделано в столице прямо на Красной площади. Гороскоп на 5 августа. Раки, наведите порядок в голове, как дела? Спросил у подписчиков музыкант. Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его вопрос. Однако выяснилось, дело у фанатов Егора Крида складываются не так замечательно, как у самого певца. Не так хорошо, как если бы я сидела сейчас на Красной площади в черном мерине, но на стуле в спальном районе Питера тоже ничего. Иронизирует фолловер. Публикация Егора Крида, любимчика многих россиянок, за несколько часов собрала около полумиллиона лайков и более 3000 комментариев. В большинстве, сообщения подписчиков сводились к восхвалению своего кумира. Такой брутальный, но нельзя быть таким идеальным. Кайфовый, написали фанатки. Ранее 5TV. Рора сказал, что Егор Крид попробовал себя в роли простого деревенского парня.